Добрый день, меня зовут Александр, я художник и хочу дать пару комментариев Назировой Фирдавсхон по работе ткачихи. Давайте я начну с хороших моментов. Ну и плохих я, конечно, не дам советов, моментов. Работа замечательная, атмосферная. Главная цель этой картины ясна – показать жемчужину Узбекистана, показать исторические моменты страны. По самой технике работы я бы немного добавил контрастов. Я бы выделил здесь главную фигуру. Я бы добавил и прорисовал бы ее еще бы четче. Возможно, еще как вариант, я бы воспользовался контурами. Можно пойти чуть-чуть не по правилам и как раз его применить. И работа станет еще увереннее, еще четче, и читаться она будет еще лучше. Спасибо за то, что участвуете в нашем конкурсе.